Еще одна. Ой, кстати, я смотрю, вот это с этим будет хорошо, таким украшением. Эпоха та же. Очень красивая, из черного бархата, расшитая. Причем так сложно это сделано. Это такие из бисера черного, стекляруса. И посередине сделана такая черная жемчужина. И вот таких петелечек очень много. Тут еще какая-то внутри тоже страза. В общем, это все очень красиво. Вы увидите, просто потрясающее качество, прекрасное. Вот, но меня что немножко, мне казалось, недоконченным, что вот этот вот очень красивый край, край был просто черный, и когда одеваешь на голову с моими темными волосами, он сливался. И вдруг я вспомнила, что у меня есть вот такой вот, такие бусы, да, такое колье довольно короткое по шее, из такого же черного жемчуга и мелкого белого. Я подумала оторочить край для того, чтобы подчеркнуть форму. Вот так, чтобы была видна форма. И он как раз по длине идеально подошло. Прямо на всю длину хватило. И прям вот доходит до этих. То есть прям вот даже не скажешь, что оторочка сделана позже. Видите, это идеально совпало. Да и бусы эти я никогда не носила. Как-то, не знаю. Вот, так что шляпка такая.